Так, ты можешь ложиться. Володя, вот может такую диагностику сделать, когда в майке особенно человек стоит, да, вдоль стола, вот тебе пространство сделано, начинаешь шагать как солдат. Чуть-чуть помедленнее. Даже поднимает коленку выше. И вот мы видим по складкам на майке, что с этой стороны у него больше они напрягают, ну больше как бы складок появляется. Еще раз шагай, шагай, продолжай. Видите? Ну, наверное, да. Значит, я криво. Ну, пока еще не 100%, мы еще пока не можем сказать, да? Но уже есть подозрение, что с этой стороны у него где-то вот сюда идет перекос. Ну, соответственно, стоя сразу видно коленки у человека, да, ровно или нет. Может, так их, чтобы все увидели. Стой, стой. Вот мы сразу видим косточки вот эти, да? Проверяем, либо у него плоскостопие на одной ноге больше другого, бывает так, у него одинаково, третьей степени, видите, да, одинаково, значит, проблема идет не со стоп, проверяем вот эти косточки, щиколотки, да, так, симметрично, проверяем коленки, то вам видно, да, со стороны, вот эти вот косточки, симметрично, да, проверяем вот здесь вот. Ну, чуть-чуть у него вот эта вот кость чуть-чуть ниже. Да тут даже больше по жирному складку видно, не то, что да? Да. Да. Ну, да, я не делал вот так. Да, можешь, да, давай. Да, закрепить. Заходи, смотри. Слышанное, но я чувствовал. Вот, ну тут его уже можно раздеть. Это, сними майку, пожалуйста. Ну вообще. То есть даже визуально вот отсюда. Вот с этой здесь ниже получается, да, чуть-чуть. Угу. Нет. Я уже забыл. Мне кажется. Вот сверху где не заканчивается, вот тут проверяешь. Да, чуть-чуть вот это ниже. Но уже отсюда, кстати, видно с этой стороны, что чуть вот это плечо ниже, грудная клетка. Видно. Просто одна перекачанная. Ниже. Метатель копья, да? Да, вот так вот, да, на метр, на два ты отходишь и проверяешь. Чаще всего получается плечевой пояс, да, и тазобедренный, они в противоходе. Если этот пошел вверх, справа, да, то плечи вниз. Так у него и получилось. Это чуть выше. Вот тут чуть-чуть буквально, вот это плечо ниже, и грудная клетка, видите, чуть ниже. Не знаю, но спереди видно. То есть незначительный сколиоз идет вот в эту сторону, правосторонний. Теперь соедини руки вот так вот, как будто молишься, на локти расставь. Проверяем вот эти вот треугольники на просвет. Видно там? Ну, практически тоже почти ровно. Но значительно удобнее увидеть это сзади. Вот так вот соединяй руки. Сам не всутулься. Вот, нет, не ровно. Вот с этой стороны чуть больше. Просвет. И сразу. Да, да, развернись спиной сюда. Во-первых, ему было тяжело соединиться, он начал гнуться вперед, да? Значит, у него либо перекачано вот этот плечевой пояс, плечевой трапеция, да. Ну, плечи, соответственно, тоже. Либо что-то ему мешает. Видите, вот отсюда тоже спереди явно видно. Не видите? Сзади видно вот эту вкладочку. В левую сторону у него весь массив тела смещен. Да. В левую сторону. В левую, сюда, начиная, да. Отсюда, да. Вся вот это дело. Да, смещен, да. И вот это расстояние гораздо уже, чем вот это. Да. Нашли. Катерина, видите, да? Вот, все, пускай руки. Далее смотрим по шее у человека. Вот иногда ему кажется, что он ровно стоит, а на самом деле идет искажение шеи вот так вот. А потом он еще голову довыпрямляет вот так. Сейчас такая ступенька. У него, ну, практически ровно.
И вот, ну, честно говоря, тоже, это не такой критический пациент, да, его прям буквально можно ровно поставить, просто распрямив, размяв как следует, он уже будет ровно стоять. Но вот как шею еще можно проверить? Поверни голову полностью вот сюда, к этому плечу. Правильный поворот, это практически на 90 градусов, да, посмотрим. Теперь к этому плечу. Теперь туда. Теперь сюда. Ну, чуть-чуть. Сюда повернись. Чуть-чуть сюда он слабее, не доворачивает. Еще раз поверни сюда. Посмотрите, прям касается, да? Не знаю, еле-еле один палец лазит. Сюда. Такой ровный же. Сюда вот, ну, два пальца пролазит. То есть тут примерно полтора пальца. Ну, один палец, да? Вот здесь два пальца. А чем это было расстояние? Это говорит о том, что есть блоки, зажимы, скорее всего, вот с этой стороны. Прежде всего, это массажем устраняется, да? Если у него есть какой-то перекос в позвоночнике, опять же, проверяем. И то же самое, вот, как мы делали, лежа. Быстрый метод проверки. Вот, седьмой позвонок, ну, чуть-чуть, вообще незначительно, сдвинут вот сюда. Но и не он нам сейчас важен. Важны перенапряжения мышечные. Где-то они есть. Да, можете посмотреть. Вот. А, по-моему, второй. А второй грудной. Чуть-чуть начали сюда. Но тоже это такие примерно 7 мм, что если человек не пришел на прием, то он про это знать не будет. И вам тоже, может быть, не стоит его лишний раз запугивать. Никто говорит, ой, вы столько про меня наговорили, страшно, я и не знал, больше не приду к вам. А какие-то профессиональные перекосы возникают от работы? От работы массажистом? Да, да. Понятно, что он всем оказывает помощь. Бывают какие-то? Нет, я бы вам сказал так, что... Я массажиру постоянно, я меняю другую сторону. Мне прям иногда вот так вот. Да, это вот методы безопасности самого массажиста. Я об этом хотел отдельно поговорить. Даже выполняя как бы труд для другого человека, да, мы сами себе управляем спину, шею там, да, и бедра, да. То есть это все так, во-первых, симметрично старается делать с этой другой стороны, да. А во-вторых, ну, есть специальные приемы, нагнуться, как-то там распрямиться, вот так, чтобы. Да, то есть мы сами тренируемся уже в процессе самого, непосредственно массажа. Пациент-то не видит, да, что мы делаем, ему все равно, но мы оказываем пользу и ему, и себе. Два в одном. Еще на самом деле, Олег, я хотел бы добавить то, что очень часто видно, что пациент кривой, как он лег. То есть ничего ему не говоря, вот он лег, и, соответственно, прям туда ушел, туда. Все сразу видно, что вот это. Да. Помимо диагностики, то есть пациент уже и ложится, как привычно. Либо одна нога, он ложится, да, одна нога вот так больше, другая меньше отвалилась. То есть, потому просто как лежит свободно, ничего не говоря ему, это то же самое все видно. Да, конечно, согласен. Очень многие, да, вот мы подушку подкладываем обычно под ноги. И, ну, особенно без подушки, если, да, вот народ, конечно, лежит, он видит, как он ногу разворачивает, одну больше там, да, все время, чаще бывает. Или руки под голову кладет, одну положил нормально, а другую аж плечо вот так вывернул. Там видно. Но с плечами это вообще сложная история, это отдельно. Сейчас мы будем смотреть позвоночник. Так, что я хотел сказать по поводу... поворотов шеи. В этот момент, когда он поворачивает, да, туда-сюда, вы заметите, что некоторые в одну сторону голову поворачивают ровно, а в другую вот так вот, с кивком каким-то таким уж. Как будто там что-то там мешает, понимаете? Как будто там, не знаю, какое-то... Вкрапление песчинки или камушка где-то между позвонками, как будто не до конца поворачивает. Ну, поверни, кстати, да, вот до конца. Так, сюда хорошо, сюда сложнее. Вот, теперь медленнее то же самое делай. А можешь сюда сесть? Наверное, здесь он только в ту сторону, как на коня. Вот, ну, во-первых, спину ровно сначала. Да, теперь поворачивай сюда. И медленно в ту сторону. Ну, чуть-чуть быстрее. Вот, сюда хорошо поворачивается. Но она шея длиннее. Три пальца это нормально. По крайней мере, почти 90 градусов. И сюда тоже хорошо. Но в момент поворота, вот, еще раз поворачивайте назад. Посмотрите, сюда плавнее идет голова, а в ту сторону. Вот видите, чуть посередине. Вот так, чуть-чуть.
такой небольшой, небольшой кивок в районе КДК. Ты сам тоже чувствуешь, да? Я чувствую хруст вот здесь. Хруст там здесь, да? Да. Угу. Вот. Ну, на самом деле, вот этих методов диагностики визуально достаточно. Ничего не надо прям сверх придумывать. А теперь мы начнем воздействие, ну, например, лежа, как будто бы после массажа. Давай снова, Михаил, ложись.